Всем привет, мы приехали в Outlet Fashion House. Будем сейчас выбирать Диане платье на второе число. Посмотрим, что она себе выберет. Потому что нужно что-то одеть. Это надо было видеть. Диана так торопилась за платьем, что врезалась вот в эту дверь. Ну чё, как? Тебе нравится, нет? А тебе? А я не разбираюсь в платье. Красиво. И все. Пока подашь мне чуть смысла. Главное, чтобы тебе нравилось, а? И тебе тоже, я хочу, чтобы нравилось. Зачем? Не нравится? Я в платьях не разбираюсь. Нет, ты знаешь, мне больше спортивный стиль нравится. Вот ты бы одела спортивные штаны, футболку, было бы круче. Так, ну что, друзья, короче, в Аутлете мы ничего не нашли. Вообще ничего. Поэтому мы приехали в Мегу. Вот, но сначала мы зайдем... По мороженому. Да, сначала мы зайдем в Икею, заточим по мороженому и дальше пойдем по Меге. Может быть, там что-нибудь найдем. Короче, народ, я уже устал, я не могу ходить по магазинам, мне надоело все. Хватит жаловаться. Это просто какая-то катастрофа, блин. Ничего, это не катастрофа. Няшно, конечно. Сколько? 3000. А, нет, нормально. Ну, просто это реально, мне не дают сесть, мне говорят, ходи со мной, я хочу сесть и сидеть, и ждать. Мне садись прямо здесь, вот здесь садись и жди, вот реально, садись. Короче, друзья, в Меге мы тоже ничего не нашли, поэтому едем дальше. Я никогда не думал, что платье так тяжело купить. Это просто трэш, я уже не могу, я ног не чувствую. А они довольны, они хотят еще ходить. Что ты представилась? Торговый центр номер 3. Если мы здесь сейчас ничего не найдем, я уже чокнусь, честное слово. Я бы чего бы не примеряла, она говорит, плохо. Да? Да. Ну, короче говоря, это дурдом, честное слово. Рубашка номер один. Нормально? Все нормально, да. Алсушка, иди оцени. Нормально? Да. Только видишь, вот так. Галстук не надо. На размер поменьше надо. Да, большевато. Хотя в плечах как раз. Алсушка, скажи свое мнение, большевато? Да, большевато. Видишь, она говорит, большевато. Вот, не, смотри, глянь, вот здесь еще такое. Не, Руша, не пойдет. Надо подкачаться. Надо подкачаться. А та нормальная, да? Та, да. Уберем? Да. Так, ну что, друзья, вот и второй день. Мы никак не можем выбрать платье. Мы приехали в очередной раз в Легу, потому что вчера мы платье не успели. Фу, не все магазины успели посмотреть. Потому или что не они закрылись. Да, или не все платья. Ну, короче, не важно. Вопрос в том, что мы не успели. Вот так что сейчас дубль 2. Друзья, вот это все мерить, представляете? Вот как можно это выбирать вообще, я не понимаю. Хочу такое, хочу такое, хочу такое. И это еще не все. Шел второй час. Хорошо. Мне да. А тебе? А цвет тебе нравится? Да. Мне дальтоник вообще классно цвета. Мне дальтонику все цвета нравятся. А я не разбираюсь, так должно быть? Наверное. У мужчин по рукавам мерится. Но это шикарное. Тебе нравится? Да, я тебе серьезно говорю, мы его однозначно возьмем. Там еще одно осталось. Значит, я его себе тоже забираю. Это, конечно, выходь. Попроще, да, Рушан? Ну, мне, если честно, цвет не очень нравится.
И оно меня прям худит здесь, да? Не худит. А оно кажется, называется стройнит. Худит. Не худит. Такого слова нету, худит. Но мне не нравится. Мне тоже не нравится. Ну вот, это по свободу. Модель амбре. Мне нравится цвет. Нравится? Да. Теперь осталось только балетки к ним подобрать и все. А тебе? Мне кажется, она меня худит. Да ничего не худит. Это называется стройнит. Нет такого слова худит. Точно. 90% мечтает о стройной фигуре. Надо Кристинке на WhatsApp позвонить. Вот сейчас поедем в другой торговый центр, потому что я удивлен, что Москва огромный город, а купить нечего. Вот. Нет, точнее, я не прав. Купить есть что. Денег таких нету. По 38 тысяч. Да, по 70 тысяч. По 120 тысяч платье какое-то. Это я просто не понимаю, там его что, золотыми нитками вышивали, что он столько стоит. Вот. Поэтому. Короче, друзья, катим дальше. А так, по сути, блин, проще в классике, наверное, пойти и все. Ну что, друзья, попытка номер 5. Если не 10, моя попытка быстрее. Номер 5. Короче, новый торговый центр, новые приключения, новые примерки. Новый пучок седых волос. Ушан! Народ, когда-нибудь видели свинью Купидона? Я вот никогда не видел. А вот она есть, оказывается. Свинья Купидон. Рушан, не беси меня, хватит сидеть в телефоне. Короче, друзья, не нашла я платье, решила посмотреть у себя, покопаться в гардеробе, что у меня здесь есть. Да, сделаю себе вот такой вот маникюр. Вот гляньте, видно, не видно? Вот так вот покажу. Ну, плохо видно. Ладно, потом все увидите там. Можете потом посмотреть в Инстаграм, я выложу фотографии маникюра и как все прошло и в чем я пошла и все подобное. Так, такое платье не подойдет. Рушан, ну подскажи хоть что-нибудь, не беси ничего меня. Ничего не буду подсказывать, два дня подсказываю, но в итоге виноват остаюсь. Нэнси, я тебя не просила подсказать, брысь. Нэнси, я тебя не... Ты даже и не вздумай, ты знаешь, сколько оно... Нэнси! Ах ты собака. Ну-ка, я сказала, нельзя. Я тебе сейчас дам. Да, нельзя это делать. Не трожь мое платье. Так, дальше поехали. Не нервируй меня. И так не до тебя. Чё там такое? Тень, да? Да, вот такая вот тень. Свалишься. Отходи. Так, есть у меня еще здесь платье. Сейчас я вам покажу. Одно белое. Кстати, вот это белое ничего такое. Кстати, можно бы задуматься о нем. Так. Ой, отходи, Нэнси. Кыш, кыш, кыш. Вот такое вот платьишко беленькое есть. Здесь, получается, оно на резиночке. И оно не длинное и не короткое. Нэнси. Но мне не нравится, как оно спереди сделано. Но у меня почему-то падает и раскрывает сильно. Мне это не нравится. Кстати, вот эти вот бусинки, я сама их пришивала, делала. Немножко они были поинтереснее. Но давно. Этому платью уже не знаю сколько. Может быть, года два. Нэнси. Так, есть такое платье. Только такие варианты. Остальные у меня, они узкие. Уже все в Нэнси. Узкая. Тоже узкая. Все вот это вот какое-то танцевальное, как будто бы. Ну, это точно не пойдет. Я хочу либо беленькое, либо розовенькое. Маленькое есть. Беленькое, но оно слишком маленькое. Слушай, Нэнси, нет, так дело, слушай, не пойдет. Давай, давай. Рушан, она мне сейчас затяжек наделает. Дай вот это платье. Ах ты, Нэнси. Собачонок, а? Тебе что сказали? Нельзя. Отдай. Ты что, собака, что ли? Ой, я ходила сегодня на маникюр. Ездила. Там две кошки. Ну, это вообще... Такие кошки кусаются. Он, представляешь, откуда Рушан на меня смотрит, да? Он на меня смотрит и прямо так открывает пасть. Долго. И такой взгляд суровый, как будто сейчас, знаешь... Тебе нос откусит, бросится на тебя. Вот это вот все равно лапуля, но тебе надо глаза мыть.
все равно у нас кошка такая прям мимишная, такая хорошенькая, у нее мордашечка, такая нежная, нежная, да. И любит грязь очень. Особенно, когда мы придем, у нас грязная обувь, разуемся, она туда лезет, уляжется и лежит в этой грязи и кайфует, а еще там развалится. Да, Нэнси? Помогай. Так, далее, что у меня здесь за платье? Эти тоже не подойдут. Слишком откровенное розовое. Ну и все, Рушан, больше нет. Не один уже я черная. Ро. Нет, черная? Думаю, не пойдет. Да. Давай белое. Белое искать? Да. У меня нету больше все. У меня больше ничего нет, Рушан. Совершенно ничего. Рушан. Я сейчас чокнусь. Сделай что-нибудь. Пожалуйста. Могу лезгинку станцевать. Давай, мне хоть немножко весело будет. Давай, я буду красить, а ты танцуй мне лезгинку. Вставай. Нет, нет, я устал. Я ноги стер по самые колени. Ну что, друзья, все, мы уже готовы. Купила я себе платье. Платье я купила себе за 10 минут до регистрации. Это был кошмар какой-то. Рушан, ты сейчас удар, и таким и останешься. Вот, так что смотрите следующее видео, в каком я буду платье, в каких Рушан будет штанах. В этих спортивных прям поеду, в этих тапочках. Рушан. Все, всем пока. Пока-пока.